Всем привет, с вами канал Art Money. Сегодня у нас с вами обзор, да, лимонад добрый, лайм-лимон вкус, ну, лимон-лайм. Такой вот он прозрачный, 0,5 здесь. Спрайт у нас уже нету в России, поэтому замена вышла вот такая. Вот сейчас мы его с вами попробуем на вкус. Ух ты! Какой пенка себе. Прям пенится. Тут так много пены, странно. Ага. Второй раз даже. Обалдеть. Пробуем. Вкусный, сладкий, неприторный. Сильно-сильно-сильно газированный. Вкус немножко похож на спрайт. Такой приятный очень вкус. Хочется пить еще, еще и еще. Довольно вкусненько. Мне понравилось. Сейчас будем делать с вами мохито из него. Он, кстати, стоит немножечко дешевле, чем спрайт. Что-то такое. Вот другой. Рецепт мохито у меня есть на канале, если что. Но сейчас с вами будем делать. Так, для мохито нам понадобится половинка лайма. Зеленый лайм. И мелисса. Где-то такой, ну, небольшой пучочек на 0,5. Все это мы переминаем. Мелиссу мы рвем. Этот мы выжимаем сок по всякой возможности. И все вот это потом кладем туда. И сок тоже туда вливаем. И ставим в холодильник. Пьем холодный. Так, вот, отжали, разорвали. И теперь нужно через крышечку все вот это вместе с соком туда запихнуть. Бутылочка узенькая, чуть-чуть неудобно. Короче, вот лайм, все туда запихнулось, все туда, все там сболтало. Оно, не бойтесь, не взорвется, ничего страшного не будет. Теперь мы ставим все это в холодильник, чтобы она остыла, была холодной. Ее пьют столько холодной. Холодная она вкусная, бесподобная вкусная. И будем пробовать. Так, ну смотрим. Мохито у нас настоялось, пузы. Аромат идет вообще. Холодненькое. Давайте нальем, попробуем. Что же у нас там такое получилось? Вообще вкусно это. Именно вот добрый, да? Когда? С таким еще мохито я не пробовала. Попробуем. Вкусно. Прям холодное, сильно-сильно-сильно газированное. Ну, немножко вкус какой-то горчинки присутствует, хотя... Такой мохито я делала другой, вот, стрейт, по-моему, называется, лимонад. Там вкусно, очень вкусно получается. Тут немножко горчит почему-то. Да, горчинка есть. Ну, как-то так это... Не знаю, слишком много добавила, да, вроде немного добавляла, да? Ну, настоится, попробуй, может, и вкусно будет. Ну, как-то что-то не то, наверное, много добавила. Хотя там на полторушку я добавляю целый лайм и также пучок... Мелисса.